И не говорите, что у нас кризис. Потому что посмотрите на свои телефоны. У некоторых круче некуда. Но кризис в наших мозгах, и телефоны бьются. Как этого можно избежать? А в гостином дворе и в континенте есть такие штуки, как высокопрочная обработка стекла. Не знали? А мы вам продемонстрируем. Все, меня зовут Ярослав, как зовут? Максим. Максим, очень приятно. Максим, это новый бренд. Называется NanoKeys Titanium. В состав входит титан. Он идеально подходит для фотоаппаратов, приставок, планшетов, телефонов. Это также могут быть очки, часы, видеокамеры, то есть любое стекло. То есть все эти устройства, они у нас нуждаются в защите. Но защищать отдельное устройство каждое, это неудобно и дорого. Да? То есть мы же там бронестекло на фотоаппарат не повесим, правильно? На планшет тоже не повесим. Но все они нуждаются в защите. Именно поэтому компания NanoKeys придумала продукт, который идет в виде геля. Как он работает? Он заливается непосредственно в стекло, заливается в два этапа. То есть, если посмотреть под микроскопом на экран телефона, то у стекла есть неровности, так называемые впадины. Первый этап заливает все неровности, делая стекло идеально гладким. В чем преимущество идеально гладкого стекла? Оно очень устойчивое к царапинам. Да, то есть идет эффект просто скольжения. Да? То есть обычно у нас есть что, из ключей, из монет, да, можем даже такой вот острый предмет взять. Редко кто из нас, конечно, носит нож в кармане. Да? А чтобы показать прочность, можете сами даже попробовать. То есть продукт очень устойчивый к царапинам. Здесь были царапины до этого, потому что это не новый телефон, да? Мы его обработали уже до появления, после появления царапин. Да? То есть это первое преимущество гладкого стекла. Второе преимущество гладкого стекла – улучшается 3D-тач и тачскрин. То есть сенсор работает гораздо быстрее по гладкому стеклу, нежели чем по неровному. Улучшается качество снимка. Также можно сделать тест до и после, чтобы увидеть разницу. То есть нет преломления лучей света, очень четкий фокус получается, очень яркий снимок. Да? Затем он обладает антибактериальными свойствами. То есть врачами было доказано, что на экране телефона у нас очень много бактерий. Да, было также доказано, что стульчак унитаза у нас в 5 раз чище, чем экран телефона. Почему? Унитаз мы хоть как-то с вами моем, да, то есть экран телефона никто не моет. А каждый раз к нам к уху прикладываем, да, то есть очень много с бактериями контактируем. Также он не боится водички, то есть как в рекламе Samsung S7 Edge, видели? Да, то есть можно в дождик разговаривать. С конкурентами. Ага. То есть это покрытие, оно отталкивает воду и достигает такого результата. Покрытие выдерживает нагрузку до 6 кг ударов, конечно. Да, то есть это специальное сапфировое покрытие. Плотность стекла идет 9H. Что такое 9H? По шкале Мосса, да, 9H сравнимо с сапфиром и изумрудом. Выше идет только алмаз, 10H. Да, то есть поэтому мы получаем, грубо говоря, на своем телефоне такое сапфировое стекло. Выдерживает, еще раз повторюсь, до 6 кг нагрузки, либо падение с метровой высоты. То есть мы обычно как телефон разбиваем? С кармана упал, правильно? То здесь все это будет держаться. Вот, Максим, скажите, пожалуйста, было бы здорово, если бы у вас при покупке телефона уже были все эти преимущества. Конечно. Вот, но если нет у вас возможности приобрести коробку, можем нанести вам на телефон. Да, то есть цена будет составлять 1690 рублей. Этим купоном можно воспользоваться сегодня и получить скидку, либо можно воспользоваться чуть позже. Для того, чтобы воспользоваться им чуть позже, достаточно внести 200 рублей в качестве депозита. Таким образом, компания дает общую скидку 1000 рублей. То есть вы можете сегодня внести 200 рублей и прийти в любое время, там завтра, послезавтра, через месяц, через год, неважно, доплатить 1490, и мы вам нанесем это покрытие. То есть это сделать специально для того, чтобы не переплачивать. Включается все до скрипа. Обязательно, потому что на телефоне очень много у нас бактерий, микробов. Если все это с бактериями насадить, то может не сработать. Да? Затем идет эффект полировки при помощи меланина. Да? То есть это, ну, по большому счету мы получаем бронь на телефоне. Да? То есть полировка плюс бронь. Заливается это все в два этапа. Тюбик стряхивается два раза. Покрывать? О, один этап, здесь очень много я налил. Протирается это все только, обрабатывается пальцем. То есть мы пробовали и перчаткой, и напальчником, да, то есть бесполезно. Продукт экологически чистый, в нем нет химии, есть только органика. Да, он везде заливается. Да, и в динамик, да. Динамик, да? Да, то есть динамик ничего не будет, он просто защищает динамик от воды. Сенсор, который на кнопке. Вот здесь вот? Ну, на Apple. Вот здесь вот? Да? Да, конечно. Будет более приятно. То есть 3D-тач очень хорошо работает. Тачскрин. То есть сенсор работает очень приятно. Владельцы айфонов, пятерок, шестерок, особенно сразу это замечают. Бренд номер один. На сегодняшний день это лучшее, то, что есть в защите телефонов. Хватает покрытие на 2 года. Да, завод производитель заявляет.
Но я все-таки говорю, что с учетом российского климата это хватает на год. Да, то есть неизвестно, какая там у нас будет суровая зима. Через год нужно будет просто опять снова его обработать. В состав входит диоксид титана и диоксид кремния. Да, за счет титана и кремния как раз таки идет специальная формула намагниченная. Она делает титановую плитку. Все. 30 секунд все это ждется. Иван, пользуйтесь на здоровье. Спасибо. Теперь ваш телефон защищен. Потому что бьются экраны, они-то стоят денег. Проще обработать свой телефон и хоть роняйте, хоть переезжайте, работать он будет. Ваши, конечно, проблемы. Можете менять телефоны, но зачем? Проще сделать и жить дальше. И цена-то не сильно крутая.